Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на бирже CoinsBit, нужно перейти по ссылке, ссылка будет в описании под видео, и перейти на сайт биржи CoinsBit.io. Вот открылась такая регистрационная форма, в принципе, она ничем не отличается от всех остальных, и нужно пройти простую регистрацию, то есть указать свой e-mail, указать пароль, повторить пароль и нажать на слово регистрации, предварительно поставив вот здесь галочку «Я согласен с условиями». То есть вам сейчас на почту придет подтверждение, нужно пройти по ссылке, и ваша регистрация будет пройдена. Поскольку у меня регистрация уже есть, для прохождения верификации мы сейчас зайдем в аккаунт. Итак, мы сейчас находимся в аккаунте биржи CoinsBit, в моем аккаунте. Для того, чтобы нам пройти верификацию, естественно, нужно нам пройти поле «Профиль». Когда вы попадаете во вкладку «Профиль», смотрите, вы попадаете на вкладку «Общее». Здесь можно изменить никнейм, как я понимаю, он изначально берется из вашей почты. И можно изменить время выхода. То есть, когда вы неактивны на бирже, поставить его 30 минут, один день, никогда не выходить. Но здесь вы сами отрегулируете. Но сейчас нам нужен не этот раздел, нам нужен раздел подтверждения, то есть верификация. Вот мы заходим сюда, подтверждение. И сейчас будем заполнять все свои данные. Я буду заполнять русскими буквами. Заполняем фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения. Тут все как и везде. Выбираем страну, город, улица, дом, номер квартиры и почтовый индекс. Отправить. Дальше нам нужно прикрепить документы. Один документ из предоставленных, перечисленных. То есть можно отправить паспорт, можно отправить карточку. Карточки у нас нет, мы отправляем паспорт и... или водительское удостоверение, или. То есть я выбираю паспорт. Файл у меня сохранен на компьютере. Сейчас я его сюда просто загружу. Паспорт загрузили. И вот этот файл. Смотрите, для того, чтобы его загрузить, нужно сделать вот такое вот фото. В одной руке у вас должен быть паспорт ваш со страницей, где фотография изображена, а в другой руке нужно на листочке написать CoinsBit.io, то есть сайт, название сайта, поставить подпись и сегодняшнее число. Я в первый раз забыла написать число, мне этот файл не подошел. То есть сейчас он у меня есть. Вот я его выбираю, этот файл. Изначально этот файл нужно подготовить. Вот у меня этот файл, вот он прикрепился, и все это отправляю на проверку. Ну все, вот видите, загорелась у нас кнопочка зеленая, значит документы отправлены на проверку. Теперь будем ждать, когда у нас появится галочка вот в этой клетке, где будет подтверждено. Ну, как я понимаю, что это будет в течение нескольких часов, может быть даже суток. Подождем.